Какое счастье посылать коротким росчерком пера свою безропотную рать, прикрывшись лозунгом «пора». Давно пора сменить акцент. Нам нужен курс лечебных клизм, чтобы отвлекся пациент на показной патриотизм. Пришла пора за много лет обмыть свои штыки в крови, на лоб надев бронежилет, врага ушанкою дави. Покажем мускулистый нрав, утопим недруга в соплях, и будет победитель прав, а побежденный жрать свой страх. И выйдет маршал с нагишом, с царь калашом наперевес, он будет страшен с калашом, еще страшнее, если без. Стрелять, конечно, ни к чему. Пусть спутник видит свысока железных танков кутерьму и настоящие войска. А что подумают, бог весть, мы просто задали вопрос. А правда в каждой шутке есть немного юмора всерьез.